Обследование по принципу одного окна у городской больницы Могилева, уведение врачов агульной практики на районах в области, повеличение объема платных послуг и накирование пациентов у специализованные центры. Все это повинно повысить якость медицинской допомоги на Могилевщине, лечить у облвыконкаме. Як один со способов разгрузить черги у поликлиниках. У Могилевской городской больницы организовали обследование по принципу одного окна. Когда пациент приходит в больницу на 1-2 дни и целиком проверяя, например, сердечную систему, систему стравования, сосуды и так далее. То не надо будет тратить время на длительное стояние в очередях поликлиник, не надо будет тратить время на хождение постоянные, многократные поездки. Человек приходит к нам сегодня утром по предварительной записи, соответственно, оплачивает в кассе данный вид услуги и в течение рабочего дня, в конце рабочего дня получает полностью весь пакет услуг, который он хотел увидеть. То есть он имеет все данные обследования, которые при обычном положении вещей он мог бы получить за месяц, а то и за два. Дарэчы, на платных послугах городская больница лето зарабила каля 2 миллиардов рублей. И значная частка грошей укладается в модернизацию лечебной установы. У планах керавництва довести комплектацию больницы до европейского узроўню. В этом приемнике оказывается быстрее помощь. Есть много специалистов разных профилей. И невролог, и хирург, и реаниматолог, и травматолог. И они все здесь находятся. Дарэчы, Юлия, молодый врач, и трапила в больницу по размеркованию, об чем не пожалела. Офтальмологи, лор-врачи, психиатры, наркологи, реаниматологи. У некоторых районах Могилевщины этих специалистов чекали, как манны небесной. Например, у Дрыбине долго не было окулиста. По нам в область распределено 295 специалистов с высшим медицинским образованием. А много это или мало, судите сами. В 2012 году нам распределялось 158 всего специалистов. По прогнозам, в ближайший год-два мы закроем полностью потребность в медицинских кадрах Могилевской области. На Могилевщине по-ранейшему не хапает терапевтов и педиатров. Все лето 26 молодых специалистов размерковали у медустановы в области менавито урачами агульной практики. Это терапевты, которые смогут оказывать и послуги окулиста, лор-урача и навод хирурга. Катерина Городницкая, Александр Артемьев, «Новини регион».